Еще раз всем добрый вечер. Вот смотрите, сейчас еще у меня осталась краска. Я хочу, значит, использовать эту краску. Вот она у меня осталась. Сейчас я еще залью один какой-нибудь холст. Ну, может быть, небольшой уже, а 30 на 30 какой-нибудь. И вот смотрите, я хотела показать. Сейчас, минуточку, я возьму их. Вот. Я хотела показать работы, которые высохли уже, видите, на дощечках. Вот посмотрите, как они получились. Вот. Вот это раз. Смотрите, вот это два. А вот это третье. Видите? Вот. Очень даже интересно. Вот теперь я хочу подождать еще немножко, оно хорошо обсохнет, и тогда уже буду покрывать эпоксидкой. Видите, как классно. Очень легко, просто и супер. Вот такие вот дощечки получились. И вот сейчас у меня есть еще, значит, пара таких маленьких, да. Смотрите, у нас осталась тут краска на столе. Да, мне жалко ее, значит, выбрасывать. Ну, чтобы мы ее уже совсем не выбросили куда-то, да. Сейчас будем пробовать делать вот такие маленькие дощечки. Это называется лицом в краску. Ну, так говорят, лицом в краску. Вот сейчас я попробую сделать лицом в краску. А вообще сначала давайте-ка первый попробуем вот так. Вот, не то что лицом в краску, а вот так я сейчас залью, смотрите. Вот я просто соберу вот эту краску и просто вот сюда ее залью. Даже и не нужно лицом в краску и ничего. Вот. Видели? Вот чтобы не выбрасывать то, что там у нас осталось, у нас могут получиться очень даже интересные вот такие заливочки. Вот. Вот смотрите, сейчас вот это все. Вот сюда. И вот что у нас получается. Видели? Вот. Безотходное производство называется. Вот. Ну, просто жалко, очень много краски с большого холста осталось, поэтому я думаю, может, лучше использовать его. Вот можно добавлять. Видите, здесь вот у нас есть разные цвета. Вот, добавил и все. Так. Вот один готов. У нас. Угу. Вот я все пока не испачкаюсь. Это не я. Я не знаю, почему так, но что-то оно. Ну да, нет, нормально. Ладно. Нормально. Вот смотрите. Я думала, что он это. Краска отходит. Нет, нормально. Вот, вот такие маленькие. Дощечечки можно сделать. Такие красивые получаются. Вот. И краску заодно использовали. И безотходное производство. В общем. А можно еще, знаете, как? Вот у меня здесь, правда, мало уже тут осталось, но я потому что трогала. Ну, тоже можно, ладно. Видите, перчатки я не одела. Тоже можно вот как-то так. Вот носом, носом в краску называется, лицом в краску. Ну вот я не хочу лицом в краску, ладно, не буду я лицом в краску, опять так же сделаю, потому что вот смотрите, здесь вот красивая, и мне хочется ее оставить. И может я напополам сейчас сделаю, вот у меня есть здесь, прямо наполовину, чтобы оставить весь остальной узор. Вот так. Сейчас я попробую. Вот так вот. Так, добавлю чуть-чуть вот сюда. Ну вот.
побольше желтенького можно. Мне нравится, когда кусочек дерева видно. Так, вот. Примерно что-то вот такого типа получилось. Видите? Надеюсь, там видно было. А то я тут засмотрелась на эти деревяшки, а главное, камеру не смотрю. Ну вот, что-то типа такого, видите, вот. Сейчас я немножко еще добавлю вот сюда даже. Вот, оранжевого можно добавить. Немножко вот. Вот так. И вот эти вот дощечки очень интересные. Их можно под стаканы, там, я не знаю, ну, куда угодно, в общем. Мне так кажется. В подарок. Сейчас новогодние подарки вот можно. Они не так будут... Это не так дорого, но зато красиво. Вот. Сейчас еще добавим сюда. Ну все. Все, надеюсь, хватит. Все. У меня здесь еще оранжевый вот немножко есть. Мне хочется его сюда добавить еще. Потому что он интересный. Вот, смотрите, как получается. Видите? Класс! Супер! Прям вообще мне нравится очень. Люблю работать на кафеле, и вот сейчас мне нравится на дереве. Ну, конечно, холсты – это холсты, понятно. Все. Вот так вот несколько штучек можно сделать. И вот в подарок кому-нибудь. Так, сейчас я возьму стаканчик, куда поставить его. Вот, даже можно эти сливать еще. Еще даже можно слить. Но сливается. Так, а сейчас я попробую сделать. Ну, видите, силикона у меня не было внутри, поэтому ячеек навряд ли нет. Видите? Ячеек нету. Силикона не было, и вот ячеек нет. Ну, они и так смотрятся хорошо. Ладно, все, это закончили. Показала я вам, что можно придумать тут. А теперь давайте-ка попробуем какой-нибудь сделать еще один холст. Наверное. Потому что у меня осталась желтая краска. И вот ее надо использовать. Сейчас я попробую вот это вытереть. Так, ну вот я подготовила все. Сейчас смотрите, я добавлю сюда немножко желтого еще. Вот сюда. Немножко красного. Окей. И черный. Так, все. Желтый, красный, черный. Теперь. Так вот черный сделаем.
посмотрим, что у меня получится сейчас. Так. Ладно, будем заливать. Так, ну что мне делать? Силикон добавить или нет? Ладно, не буду. Все, начинаю заливать. Ай, там какой-то сгусток упал. Свернулась краска, что ли? По-моему, краска свернулась. Почему свернулась краска? Вот видите? Тут у меня свернулась краска. Ладно. Так, сейчас я еще добавлю немножко сюда черного. Ну-ка. У меня здесь нету уже. Ну ладно. Побольше пусть будет черного. Посмотрим, что дальше. Здесь еще осталось вот. Вытворяю, что хочу, называется. А здесь, главное, ячейки дало. Почему? Вот видите, нашла я ламп свой. Вот он. А, здесь что-то попало, видите? Это вот от краски. Так, ну ладно. Нет, она свернулась, эта краска, уже все. Вот, пожалуйста. Непонятно, откуда это все туда понападало. Вот так бывает, курьезы такие бывают. Какую-то лаву я сделала тут. Так, нет, мне надо черного добавить еще сюда. Здесь будет побольше черного. Мне так кажется. Ага. Эта часть пусть будет черная. Все. Не знаю, что получится. Но что-то получится. Потому что так не бывает, чтобы ничего не получилось. Ну, краска почему-то свернулась. А почему свернулась, я не знаю. Надо посмотреть, что за краска. Скорее всего, красная. Потому что красная краска у меня была совсем другой фирмы и непонятно какой, короче. Так, получилась какая-то у нас планета прям солнечная.
Вы знаете, очень даже красивые. Когда быстро-быстро, неожиданно и раз так. И очень даже симпатичные. Вот так. Нормально. Вот как получилось у нас. Интересно. Но то, что светло-желтый, видите, как он красиво смотрит. Сейчас я что-нибудь еще придумаю. Будет как огонь прям. Огонь ночи. Название придумала. Можно костер назвать. Короче. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот так и я. Как корабль назову, так он и поплывет. Вот. Видели, как классно получилось. Все, вот на такой вот ноте мы с вами будем прощаться. Теперь я уже, наверное, несколько дней не смогу делать заливки, скорее всего. Потому что уже все готовятся к Новому году, к Рождеству. Вот. Ко мне прилетают тоже. Завтра дочка прилетает с внуком. Поэтому мы будем уже заняты. Да. Краска, короче, тут не очень сегодня у меня. Не нравится мне она. Ладно. В общем, вот такая картина у нас получилась. Вот. Дальше я уже доделаю. Все, всем пока-пока. Теперь уже... Спокойной ночи, потому что больше заливок сегодня не будет. Все, удачки. Всем спокойной ночи.